В адрес госучреждения поступило две заявки. Первая – это по центральному району, это обводный канал 15Б, литер Г. И по Приморскому району, улица Долгоозерная, где эти объекты в дальнейшем были переданы под Русскую Православную Церковь. В данном случае от Русской Православной Церкви поступило ходатайство, письмо в адрес комитета, где комитетом было принесение о передаче данного объекта под цели и нужды Русской Православной Церкви. В центральном районе по адресу обводный канал 15Б, литер Г, значит, находился объект недвижимости, который использовался по арендаторами, которые в свою очередь перестали платить городу, осуществлять оплату, где районное агентство в дальнейшем обратилось в суд о взыскании задолженности. Данная земля принадлежала Русской Православной Церкви, и в настоящий момент их заявка была удовлетворена в полном объеме.